и Examine Dots Pictures. Нет! Нет! Прощай, дорогуша. Моя жена — горячая медсестра. Как я устала. Я пою, чтобы не заснуть за рулем. Бом-бом-бом. За 32 часа лишь 10 остановок, только чтобы пописать. Чокохан, государственный парк.
мистер Родик, это Дон из Nate's Hall and Go. Просто... чтобы вы были в курсе. Я немного отдохну. Я проехала весь Средний Запад и не выбьюсь из графика. Ладно. Перезвоните, если будут вопросы, и спасибо за все. Вот дерьмо. Черт. Вы слышите? Да ты издеваешься. Подойду. Ладно? Нужна вода. Да, конечно. Вызовите полицию. Прости, я должна ответить. Да. Nate's Hall and Go, слушаю. Да, привет, как дела? Да, звонила. Да, все в порядке. Навигатор говорит, что время есть. Здесь совершенно безопасно, но я засыпаю за рулем. Быстрее, прошу. Что? Да. Простите, просто здесь подошла какая-то молодая женщина. Она просит о помощи. Знаю. Можно телефон? Секунду, господи. Конечно. Да, я съехала у Чокохана. Чокохан. Да. Забыла, какой съезд. Там еще государственный парк. Пытаюсь вспомнить. Милях в 10 от города, как мне кажется. Не могу припомнить точно, сейчас соображу. Эй, какого черта? Ты издеваешься? Что это? Убери! Черт. Нужно уезжать. Эй, тормози. Я с места не сдвинусь, поняла? Слушайте, меня кто-то преследует. Прошу, мне нужна помощь. Отвезите меня в полицейский участок.
Слушай, я вымотана до предела. Это работает. Алло? Алло? Дайте. Так, ты меня пугаешь. Что с тобой? Меня заперли в багажнике. Он будет меня искать. Что? Умоляю вас, поехали. О, боже мой. Как ты? Ладно. Ладно, я видела какой-то городок в милях в 10 к западу отсюда. Думаю, там есть полиция. Или поедем на восток, поищем другой город. Ладно, спасибо. В чем дело? Черт. Эй! Это не просто тачка. Она меня кормит, это мой бизнес. Я отвезу тебя в полицию, но будь так любезна, уважай меня и мой грузовик. Поняла? Я не держу ключи в рюкзаке, не ищи. Да, отлично, допивай. Посеяла чертовы ключи. И что делать? Я найду их. Через пару дней. Я шучу. Найду. Поищу снаружи. Поможешь? Ладно уж, сиди. Я быстро. Нашла. Черт, что ты там делаешь? Пригнитесь. У меня колени больные. Где ключи? Говорю же, не нашла. Видели кого-нибудь? Да кто здесь может быть? Я сказала, что мне нужно спрятаться. За тобой правда гонится? Даже не сомневайтесь. Что ж, здесь тебя точно никто не найдет. Вы его не знаете. Черт. Что мне делать? Что? Просто пригнитесь. Я не могу пригнуться. Меня похитили 3 июня. Меня зовут Фиби Бином. И какой-то псих 4 месяца держал меня в подвале. Обалдеть. Нужно спрятаться, пока я не получу помощь. Умоляю, пригнитесь.
Внизу для меня места мало. Говорю вам, пригнитесь! Вылезай. Открывай. Давай, шевелись. Залезай. Что? Я сказала, лезь. Где ключи? Я не знаю. Отвали от меня. Мне нужны ключи. Может, они где-нибудь в кабине. Я говорила по телефону, ходила вокруг грузовика. Здесь их точно нет. Не двигайся. Эй! Эй! Заткнись! Вернись сейчас же! Ты спятила? Открой дверь. Хватит. Ты меня уже достала. Сейчас все окна выбью. Убирайся. Пусти, я должна спрятаться. Проваливай в лес. Отстань от меня. Умоляю, он где-то рядом. К тому же очень холодно. Прошу, прошу, прошу. Бита, дай мне биту. Эй, эй! Какого черта? Спокойно. Без глупостей. Класс. И что? Где мы? Где-то в парке, конечно. А именно? Не знаю, на севере штата. Какого штата? Нью-Йорк. Нью-Йорк? Ладно. Мы в парке. Значит, утром сюда придут люди, чтобы побегать, например. Не знаю. Так? Да, наверное. Они нам помогут. Ключи точно где-то рядом. Просто я очень плохо соображаю от усталости. Выпусти меня, и я найду их. Так ты знаешь, где они? Нет. Но я знаю, что здесь их нет. Тогда нет. Нет. Отсюда никто не выйдет. То есть будем просто сидеть здесь и ждать? Хотя я могла бы найти ключи и увезти нас отсюда. Ладно. И может, тогда объяснишь, что здесь происходит? Дай мне фонарь. Он там.
Это просто вяленое мясо. Оно не портится. А это зачем? Ну, может пригодиться. Что-нибудь еще? Может быть, мне раздеться? Это не мои вещи. Что ты делаешь? Я ищу планшет или телефон, чтобы позвонить. Люди не отправляют такое грузовыми перевозками. И кто потом это упакует? Нашла сосиски? Мы устроим барбекю. Хватит! Что? Хватит шутить! Хотя бы одна царапина, и бита меня не остановит. Мой муж вложил в грузовик кучу денег. Только попробуй что-нибудь испортить. Ладно. Поиграли, и хватит. Давай катись из грузовика. Живо! Ты слышала? Вон! Прости. Слишком поздно. Я сказала, пошла вон. Я сильно поранилась. Мне плевать. Тебя действительно похитили, или это был хитрый план, чтобы меня ограбить? Клянусь, чем угодно, меня похитили. Я не знаю, где я, не знаю, что делать. Мне просто нужно спрятаться. Прошу. Я не знаю, что делать. Прошу. Встань. Как зовут? Фиби Бина. На меня смотри. Что случилось? Меня похитили. Когда? Назови дату. 3 июня. Я должна верить после всего, что ты тут устроила? Я клянусь. Нужна помощь? Серьезно? Вон из грузовика. Умоляю тебя. Продезинфицируй. Чем? Покажи. Пустяки. Я училась на медсестру. Все заживет. Да, похоже, ты многое пережила. Я на твоей стороне. Но сначала расскажи, что случилось на самом деле. Ладно. Хорошо. Мне было 17. Моя подруга. Что это? О, боже. Это ветер. Успокойся. Ерунда.
Это не ветер. Это он. Никого нет. Мне нужно спрятаться. Хорошо, прячься. Пошли вон! Привет. 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 И какого черта вам здесь нужно? Что? Просто нам показалось, что внутри кто-то заперт. Да, мы хотели помочь. Это частная собственность. Мы просто хотели выпить пиво и посмотреть на звезды. Глазеть на звезды и залезть в грузовик – разные вещи. Я с перепугу могла ударить вас. Простите, уже слишком поздно. Мы, наверное, пойдем. Кстати, который час? Поздно. Эй, можно телефон? Мой телефон разбился, и я тут застряла. Конечно. Правда, здесь обычно связь как-то не очень. Черт! Вы, парни, спасли меня. Спасибо. Рады помочь. Какой номер вам набрать? 911. Ух ты! Набрать копов? Извините, я сейчас вам все объясню. Мне нужна помощь. Вам? Долгая история. Я не собираюсь обсуждать с полицией, зачем вы залезли в грузовик. Просто позвоню. Чувак, он ей, похоже, действительно нужен. Хорошо. Только быстро. Ну, парни, большое спасибо. И не уходите далеко. Ты же не против? Пускай она позвонит. Спасение. Рабы. Говорите. Чувак, какого хрена? Она точно нас сдаст. Да ничего она нам не сделает. Ты придурок. Да брось. What the... Какого дьявола? Черт, я же сказал ей не отходить! Одну секунду! Ты что? Дай телефон, я позвоню. Ну нет. Это вы? Нет, не мы, леди. И я просил вас не отходить. Вы мне за это ответите. У вас будут очень большие проблемы. Служба спасения. Привет, мы ошиблись. Извините. Мне правда нужен телефон. Спокойной ночи. Ну, теперь вы никуда не позвоните. Ребята,
Я готова забыть об этой надписи, ясно? Серьезно. Мне действительно очень нужно позвонить. Раньше надо было думать. Эй, давай просто уйдем. Стойте. Вы хотите просто уйти и бросить меня здесь? Хорошо, тогда сами позвоните в полицию. Да сейчас, разбежались. Хотя бы просто скажите им, где я нахожусь. Идем. Дай телефон. Что? А? Что будем делать? А? Так-то. Назад, дамочка, слышишь? Стой. Слушай, закончим. Ты победил, ясно? Просто уходить. Я все забуду. И ты больше не хочешь звонить в полицию? Ну, я бы хотела позвонить копам. Тайлер, неси газировку. Вылей на голову. Что? Вылей на голову и сможешь позвонить. Ведь тебе очень нужно позвонить. Ты шутишь? Нет. Брось, мне нужна помощь. Ну, я готов помочь. Это легко. Ладно. Черт, давай сюда. Я сделаю это, и потом позвоню. Даешь слово, да? Боже. Ладно. Дай телефон. Нет, нет. Теперь ты вся липкая, и от тебя воняет. Парни, бросьте. Вы же обещали. Эй, Тайлер. Ты забыл? Завтра у нас тест на наркотики. А, черт, да, ты прав, чувак, я забыл. И что нам теперь делать? Черт. Что? Как вас зовут? Не твое дело. Как тебя зовут? Дон. Дон? Странное имя для старушки. Точно. Черт. Итак, слушай. Дон. Мой приятель совсем забыл, что ему завтра сдавать тест на наркоту. А ему очень нужна работа. Да, речь идет о моей карьере. Знаешь, он не наркоман, ты не думай. Но было бы здорово подстраховаться на всякий случай. Я уже вылила газировку. Я знаю, знаю. Видел, было классно. Просто наполни бутылку, и ты сможешь позвонить. Клянусь. Только быстро. Хочешь, отойди в лесок. Мы не будем смотреть. Мы не извращенцы. Слушай, говори за себя, друг. Хотя, зрелище еще то. Перестаньте. Это не просьба, Дон. Смотри, не сбеги.
Я слежу за тобой. Быстрее, Дон! Чего ты застряла? Дело сделано. Ух ты! Она это сделала. Нет, постой. Бутылка вся мокрая. Ну ты даешь. Ты, похоже, подруга, целиться не умеешь. Телефон. Живо. А что будет взамен? Издеваешься? Моча. Был уговор. Глазам не верю, ты сделала это. Ты чокнутая, ясно? Не понимаю, зачем все это. Просто помогите нам. Ты мразь. Дерьмо. Кому нам? С меня хватит. Что значит «нам»? Здесь кто-то есть? Я сказала, хватит. Дон, брось. Только не говори мне, что здесь нет одной юной красотки. Если ты ищешь Фиби, она ушла. Да? Куда ушла? Слушай, мы ей... ничего не сделаем, правда? Просто хотим поговорить. Фиби! 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 Она ушла. Фиби! Прошу, уходите. Стой, я с тобой еще не закончил. Значит, говоришь, я дерьмо, да? На колени. Пошел ты. Лежать. Ложись! Чувак, не глупи. А ты заткнись и отойди, понял? Хочешь, чтобы мы ушли? Умоляй нас. Зак! Закрой свою пасть! На помощь! Вставай. Вставай! Давай. Вставай, дрянь. Что ж, Дон, было весело. Будем на связи и... не ходи за нами. Найди себе телефон. И... все будет хорошо.
Пока. Порядок. Кошмарные парни. Но они ушли. Парни? Твои сверстники. Я спасена. Почему спасена? Я сказала им, что ты ушла. Он еще там. Он ушел. Этот псих и его приятель ушли. Я не знаю, кто они, но это не он. В смысле? Он был твоего возраста. Что? Почему же ты молчала? Какие-то ублюдки мне чуть мозги не вышибли там, на улице. А теперь ты заявляешь, что это был не тот парень? Я умоляла их. Валялась в грязи на земле. Унижалась перед двумя подонками, спасая тебя. Я не знала. Прости. За что? За парней. Отлично. То есть не за то, что спряталась в грузовике, пока я отдувалась на улице? Я думала, это он. Прости. Если бы ты сожалела... Ты бы вышла, а не отсиживалась здесь. Я испугалась и просто застыла от страха. Да. У тебя всегда так. И что делать? Тебя ведь никто не преследует. Из-за тебя рушится бизнес моего мужа. Я просто пытаюсь спастись. Я не хочу остаток жизни гнить в подвале из-за того, что меня похитили. Не выдумывай, никто тебя не преследует. Неужели не ясно? А теперь мне нужно немного поспать. А тебе нужен врач. Поверь, мне жаль, если ты говоришь правду. Теперь делай, что хочешь, а я посплю. Прошу, просто... Дай мне минуту, и я все объясню. Ладно. Я слушаю. 7 лет назад мы с подругами весело проводили время. Повезло, что нас не поймали, Фиби. Не ожидала, что дверь так скрипит. Ладно, смотри и учись. Сейчас рванем к Джошу. Что, пешком? Пешком? Нет, я возьму ключи. Отец все равно ничего не узнает. Расслабься, я быстро. Ладно, она бесцветная. Да, я знаю, как выглядит водка. Не дай бог, твой отец проснется. Если он проснется, я скажу ему, что иду спать. Фиби, успокойся, ладно? Не самая умная идея забраться в дом судьи. Брось, папа классный. Шучу. Ладно, иди уже. Мы ждем. Удачи. Все идет по плану? Большой орел возвращается в гнездо. Хьюстон, мы практически готовы к взлету. Пишите парням, что мы уже едем. О, черт побери.
Все в порядке, Орел? О, да, иду. Чем ты это делаешь?
Нет! Не хотел ее убивать. Не хотел. Не хотел. Я не виновата. Не виновата. Это никогда не закончится. Никогда не закончится. Никогда не закончится. Нет! Не закончится.
Нет. Да. Хорошо. Договорились. Твою мать. Это просто ужас. Бедняжка. Что мы будем делать? Я поищу ключи. Нет. Мы привлечем внимание. Он где-то рядом ищет меня. Что ж. Черт. Ну, здесь мы пока в безопасности. Что это? Пол скрипит. Фиби. Фиби. Ладно. Дон дальнобойщица. Спасибо. Любой на моем месте помог бы. Это твой грузовик? Да. Но он мой. Круто. Мой муж умер. Что? Я не была водителем. Это бизнес мужа. Нед любил грузовик. Когда он умер, я села за руль, чтобы зарабатывать самой и заботиться о дочери. Да. Мне так надоело ездить по дорогам в одиночку. Достало. Никому об этом не говорила. Да, Нейту это очень нравилось. Но он просто обожал дорогу. Я говорила: «Милый, ты готов жить в грузовике?» А теперь видишь, сама все время за баранкой. Счастливые. Красивый браслет. Спасибо.
Браслет Уитни. Милый ремень. Родители тебя ищут? Нет. Мама умерла, когда я училась в школе. А с отцом мы не общались с тех пор, как я переехала. Куда? В Портленд. Ты из Портленда? Да, я жила там недалеко, в городке Бивертон. Ух ты. Тесен мир. А я вот живу в Сильвертоне. Я переехала туда, чтобы жить с Нейтом. Примерно в твоем возрасте. Так и живу. Надо же. Да, забавно. Я подремлю немного, ладно? Все в порядке? Ты крутая. Очень. Ты через такое прошла и сумела выбраться. Ты прямо как королева воинов. Я не хотела мешать. Тебе нужно жить своей жизнью. Обещай мне. Тот диван? Чьи это вещи? Заказчик Кэс? Родик. Что творится? О, нет. Ты в этом уверена? Надо бежать. Эй, эй. Дыши глубже. Все хорошо. Надо бежать. Нет, нет. Он не сможет нас найти, поверь. Ты ему звонила тогда? Что? Когда я пришла, ты с ним говорила? Да, верно, с ним. Мистер Родик. Да. Ты сказала, где ты?
Ты сказала про парк. Точно. Тебе надо бежать. Что ты делаешь? Пока еще не знаю. Тебе нужно что-нибудь для защиты. Идем вместе. Нет, нет. Я останусь здесь, ладно? Если он придет сюда, я смогу направить его по ложному следу. Нужно держаться вместе. Он на все способен. Давай убежим в лес. Нет, нет, ты уходи. Я поищу ключи. Да. Если убежим, то в какой-то момент наткнемся на людей. Я найду ключи, поеду и позову на помощь. Ты не слышишь меня? Ты в опасности. Я сказала ему, что девушка просит помощи. Я скажу, что мы вызвали помощь, приехала полиция и забрала тебя. Он поймет, что ты врешь. Я лучше умру, чем вернусь к нему. Нет, он точно ни о чем не догадается. Ладно. Хорошо. Ну, ты как, справишься? Думаю, да. Осторожно. Беги и не останавливайся. Ясно? Ты сможешь. Слышишь? Боже, только не это. Тише. Он здесь. Я его отвлеку. Дверь грузовика оставлю открытой. Как только сможешь, убегай. Мистер Родик? Привет, Дон. Что вы здесь делаете? Я вас не ждала. О, я решил проверить, как тут вы и вещи. Я пытался дозвониться до вас. Вы нервничали, а потом неожиданно пропали. А, да. Помните, я говорила, что одна девушка просит помощи? Это она разбила мой телефон. Ясно. Да. Как она? Не имею ни малейшего понятия. За ней приехали копы и увезли ее. Ах так. Копы. Хорошо. Как они узнали? Что? Ведь телефон разбился. А, да, конечно, но она позвонила им еще до моего звонка вам. Ладно. Зачем бита? Простите, уже поздно. Я нервничаю. Когда это случилось? Не знаю, я спала. Может, поедем? Если выедем сейчас, то успеем вовремя. А почему кузов открыт? И беспорядок? Я наехала на выбоину и услышала, как что-то упало. Пыталась прибрать, но не очень-то получилось. Не волнуйтесь, я вычту из счета, когда доедем. Ладно.
Давайте мы все сложим. Возьму только скотч в машине и помогу. Чем помочь? Не надо. Вы мне платите. Я скажу, как буду готова. Не глупите. Я помогу. Ну, тогда помогите составить коробки. Конечно, нет проблем. Еще что-нибудь? Да. Можно ваш скотч? Она здесь. Вы к этому не причастны. Скажите, где она? Ну, Дон. Она все это заслужила. Не понимаю, о чем вы. Это справедливо. Вы должны понять. Моя семья заплатила высокую цену. Я тоже пострадал. Не знаю, что случилось с вашей семьей, но сочувствую. Я спрошу еще раз. Где она?
Дан! Все кончено. Выходите. Вас это никак не касается. Дан, где вы? Давайте поговорим. Как взрослые люди.
Я не хочу войны. Я объясню. Фиби нет, она сбежала. Мы с вами вдвоем. Давайте, Дон. У меня нет никаких претензий. Не стоит верить словам Фиби. Давайте, Дон. Выходите. Ах ты, старая сука. Теперь ты меня разозлила. Я найду тебя, черт. Заряжен. Я нашла патроны. Я похоронил свою дочь. Это твоя вина. Как ты живешь? А? Ты просто забыла об этом? Ты виновата. Нет. Не я. А кто тогда? Ты могла крикнуть тогда, когда увидела, что я целюсь в дочь. Все случилось очень быстро. Моей семьи больше нет. И моей работы тоже нет. Я... Ты быстро справилась с этим. А как же я? Целых 7 лет. Я живу в кошмаре. Дайте телефон, и мы покончим с кошмаром. Убей меня. Убей сейчас. Стреляй. Давай. Ах!
Ты врала. Ты лгунья. Не двигайся. Помогите! Помогите! На помощь! Нет! Прощай, дорогуша. Фильм Макса Стрэнда и Тодда Ревизера. Экзамен Dots Picture. Режиссер Макс Стрэнд. Авторы сценария Макс Стрэнд и Тодд Ревизер. Продюсер Джош Майклс. Оператор Тодд Ревизер. В ролях Памела Джейн Морган, Джульетта Элис Гобин, Пол Си Келли, Рэйв Соул, Джейк Лоуренс, Пейтон Мишель Эдвардс и другие. Фильм переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media.